Всех приветствую на канале Дороги, Михаил Илюшин. Сегодня будет направление от Стрелки через за улицу Рабочую до улицы Радищева. Вот она, наша стрелочка, стрелка, развязка. И в рабочие часы, в рабочее время, ну, улица Тракторная, само собой, это. Вот. Где мы на развилочке были, это прямо через мост, Большая Гора начинается. А начинали мы проспект 50 лет Октября. Вот она, Тракторная. Здесь практически всегда в рабочие часы вот так собираются машины. Имейте это в виду, если кто едет от вокзала, этого автовокзала, или со стороны Политехнической улицы. Ну, мы едем со стороны Ленинского района. Проедем как раз вот сейчас улица Тракторная, потом будет Большая Садовая, маленький участок Рабочий, Емлютина, и потом заедем под то место, которое я рассказывал в сюжете Рабочей Новоузенской, где все хотят впихнуть невпихуемую. То есть еще раз проедем через это место, посмотрим. Ну, снимал это 14 апреля. Видите, начали у нас делать дороги, но уже практически сделали, где заплаточный ремонт до майских праздников. Так что это не столь уже актуально, вот эта съемочка по работе. Можно, ну, асфальтных работ, Большая Садовая. То есть все это отремонтировано, можно ездить тут спокойно. Вот проезжаем на Большой Садовой, широкая. Претензий нет, и до улицы Рабочей. Да, будем пересекать здесь светофор, это улица Московская. То есть продолжение улицы Московской после ЖД и автовокзала. Эта улица идет вверх. Ну, пока я не снимал здесь, потому что она не такая уж и проездная. Для того, чтобы куда-то ехать, она тупиковая, если вверх поехать. Вот здесь проезжаем все эти закладки. Потихонечку. Вот сейчас вот это повернул машину к этой, к автовокзалу. Еще сейчас будет поворот к автовокзалу, как раз здесь светофор. То есть имейте в виду, кому на автовокзал доехать, можете там было свернуть, или здесь вот на светофоре налево. Вот она, Московская улица, перекресток. Дальше проедем мы по Рабочей как раз от Карской и до Радищева. Все пересечения улиц там будет. И Степана Разина, Университетская, Астраханская, Мичурин, а вернее Рахова, Чапаева, Вольская, Горького, Управлянская и Радищева. То есть я даже вот рассказал вот такой вот сюжет. Здесь вот проезжаем мы этот Т-образный перекресток налево, потому что направо это по Рабочей вверху ехать, там на другую улицу попасть. Но нам нужен в центр. Здесь вот небольшой участок улицы Рабочей. Выезжаем на Емлютина. Емлютина и Рабочие я уже выставлял в описаниях истории этих названий предыдущих видео. Как раз вот сейчас будет Т-образный перекресток с 16-м Белогвинским проездом. Но нам как раз надо налево. Направо в том сюжете на Кумысной поляне, в Новоузенскую уезжали. Сейчас вы видите как раз перекресток направо и налево. Мы повернули налево. Вот как сейчас поворотник включает автомобиль перед нами. Вот как раз налево. И знак показывает, только налево или направо. Прямо висит кирпич. Вот такой участок мы проехали. От Стрелки до Емлютина. До 13-го Белоглинского проезда. А, нет, не 13-й Белоглинский проезд. Здесь как раз у нас Белоглинская улица. Небольшой участок. Белоглинская улица за железнодорожным вокзалом, то есть в центре. И снял сюжет. Будет потом, позже. Вот здесь мы поворачиваем. Здесь односторонняя была дорога. И на выезжаем на улицу Вокзальную, тоже односторонняя. Да, после данного сюжета будет улица Октябрьская, Веселая, анонсик небольшой. Так, здесь вот как раз въезжаем в этот многострадальный наш
мост пихнуть не пихуем, обратите внимание как раз на потолок, как тут люди старались въезжать на газелях. На 13-й Балаглинский проезд, это все одностороннее движение. Выезжаем на Аткарскую. Да, вовремя я снял это все в апреле, в середине апреля. Сейчас по городу идет большой бум по ремонту дорог. И Посадского успел снять, сейчас проезжал, там сняли покрытие, тротуары ремонтируют, то есть будет лучше. Намного, как я снимал. Ну, это уже история. Потом, когда-нибудь, еще раз сниму. Вот, поворачиваем мы здесь на Рабочую, от Карской прямо к вокзалу железнодорожному. И вот улица Рабочая. И до конца она, то есть до Радищева. Прямо и без каких-то поворотов. Она прямая. Особенность какая, здесь вот поворачивал, ну, взял неправильный, так сказать, маршрут. Надо было правее взять и проехать. Ну, никто же не знает, кто будет поворачивать налево перед вами. И вот я здесь принял вправо чуть-чуть. И здесь тоже, я и в прошлом сюжете говорил, здесь постоянно, в рабочее время, постоянно много машин, потому что всем хочется проехать из центра, круг не давать через заводской район или через Стрелку, как сами видели, а вот кому нужно к политеху, к третьей горбольнице, все здесь стараются проехать. Больше короткого пути нет. Из-за этого и пробки. Вернее, не пробки, а заторы. Пробки-то сейчас там у них начались, я не знаю, сейчас закончили, нет, но в начале мая, в конце апреля, там начали снимать асфальт, вот эту улицу Рабочую. И в том месте как раз я туда еще пока не ездил, не смотрел. Ну, то есть по Яндексу навигатору и по интернету смотрел, аж бордовое все. Здесь ездить старается меньше, то есть кому-то нужно по часу добираются до центра. Здесь мы подъезжаем к улице Университетская. С левой стороны, после перекрестка, если видите, наш драмтеатр. Проезжаем. Нам прямо, я сразу же принял левый крайний ряд. Ну вот, драмтеатр мы проезжаем с левой стороны. Так как только с этой полосы можно ехать прямо по рабочей. Здесь она еще двухсторонняя дорога, движение. Если принимать крайнюю правую полосу, сейчас знак увидите, там только стрелочка показывает направо. Из-за этого здесь тоже иногда собираются небольшие заторы. Ну, не совсем большие, проехать можно, не так уж это затруднительно. Но я все напоминаю то, что вот поворот направо, знак увидели. Сейчас он еще сверху будет дублировать. Некоторые стараются, едут по крайней правой полосе и прямо стараются. Вот, прямо и только направо. Здесь мы подъезжаем к детскому парку. Сейчас он уже в мае, там листочки появились, зелень появилась. Но пока тепла нету, не могу еще снять. Туда сходить и снять этот наш детский парк. Этот участок у меня есть, уже в двух сюжетах здесь проезжаю. От Астраханского, от Астраханского пересекли. Здесь вот улица Пугачева налево. А мы прямо едем, как сами видите, все двухстороннее движение продолжается по рабочей. Сейчас будет светофор, это Хользунова. Оттуда как раз выезжали мы в сторону Новоузенской. В предыдущих там сюжетах смотрите. И будем подъезжать, вот после вот Хользунова, подъезжаем к улице Рахова. После Рахова пересечение рабочее. Одностороннее движение, учтите. Здесь тоже такие, но это все в рабочее время, специально иногда проезжая эти улицы, чтобы вы поняли, какие иногда бывают заторы. В выходные дни-то и с утра я проезжаю везде свободно. Ну вот, по работе ехал, думаю, заодно и вам покажу. Вот, пересекаем Рахову одну полосу и вторую в сторону центра. Рахова у меня также есть, и Астраханская есть, и Рахова есть. Вот, а дальше продвигаемся по одностороннему движению. Следующая будет улица Чапаева.
Машины, видите, в центре города все заставлено, как видно из сюжета. И так это практически до самой улицы Радищева. Все дороги в центре в рабочее время заставляются машинами. Кто на работу, кто живет в этих домах. Вот такой центр. Ну, как видите, здесь уже мало частного сектора. Уже давно в советское время застроилось. Но еще есть небольшие домики. Вот Чапаева мы пересекаем. Еще остаются некоторые домики. Некоторые отремонтированные, некоторые крепятся. А так, по большому счету, уже все. Вся рабочая застроена. Ну, ближе к Радищеву там еще будут парочку, троечку домов. А так, пятиэтажечки, девятиэтажечки. Вот такая она улица рабочая. Здесь мы Вольскую пересекаем. То есть не короткие, короткие небольшие такие отрезки участков, квартал. Он не такой же большой в центре всегда. Ну как был старый Саратов квартал такие, так они и остались. И улицы. Это все центр. Хотя, вам скажу, и на окраинах в Ленинском районе тоже не широкие дороги делают. В принципе, по этой улице рабочей сильно разогнаться не придется. Ну, в рабочие я имею в виду часы. Ну и сильно это гнать-то и ни к чему. Тут учебное заведение. Люди переходят дорогу. Ну и вот остается. Вот сейчас мы Максима Горького пересекаем. Сюжет также есть. Далее сейчас Провианская будет. Провианскую снял до самой Волги, по набережной проехал, историю запечатлел там. Но увидите, буду дальше вам показывать. Следующее будет небольшой участок, такой, вернее, небольшой сюжет Октябрьская, Веселая. Штаны там, наши название перекрестка. А здесь вот остается прям. Вот, полминутки доехали до улицы Радищева. На этом заканчиваю. Не забывайте подписываться. Всем спасибо за просмотр, за комментарии. Пишите. Берегите себя. До новых встреч. В новых сюжетах. Да, здесь, как видите, мы пропускаем Радищева, улица. Главная дорога. На Радищеву можно налево и направо. И еще раз всем пока-пока.